сердца. Izdzēs to no savas sirds. Primi fakt. Pieņem faktu, что прошлое не изменить. Ka pagātni vairs nevar mainīt. Я с вами хочу сделать одну такую небольшую. Gribu ar jums pastīties vienu тааду. Сцену. Tādu scēniņu, skečiņu. Četrus cilvēkus lūdzu studijā. Давайте, все, кто ближе, молодежь, tā, tuvākie Лиза. Četri nākat šurpu. Вика, Даша, давайте. Вика, давай, тоже не бойтесь. Не поедутесь, jaunieši. Садитесь, да, просто вам ничего не делать не надо. Да, никас jums nebūs jādara. Еще один человек, давай. Что такое прошлое? Kas ir pagātne, pagājušais? Прошлое это как зал суда. Pagātne, tas ir tā kā tiesas sēde, tiesas zāle. Знаете что? В зале суда. Un jūs zināt, ka tiesas zālē всегда есть четыре главных персонажа. Vienmēr ir šie četri galvenie personāži. Давайте начнем с первого. Sāksim ar pirmo personāžu. Это будет человек, который виноват. Cilvēks, kurš ir vainīgs. Так, ты виновен. Tātad tu esi vainīgs. Заслужил тюрьму. Nu, esi pelnījis cietumu. Есть Бог. Ir Dievs. Судья, то есть. Nu, teiks tiesnesis. Ты будешь судьёй. Tātad tu būsi tiesnesis. Ты принимаешь решение. Tu pieņem lēmumu. За тобой всегда последнее решение. Tavs vārds pēdējais. Как ты скажешь, так и будет. Так, а ты теикс, та ари бус. Если ты скажешь виновен, я ту сацииси вайни. Тюрьму. Тад цетума. Есть дьявол. Ир. Велнс. Прокурор. Прокурорс. Абсудзетес, да. Который обвиняет постоянно. Тас, курш абсудз вису лайк. Виноват. Вайникс. Виноват. Вайникс. Есть кто? Un kas vēl ir? Адвокат. Адвокатс. Который защищает. Kurš aizsargā, aizstāv. Svoju sestru. Aizstāv savu māsu. Защищает виновного. Aizstāv apsūdzēto. Vai на этой картинке мы видим процесс суда. Bildē mēs redzam šo tiesas procesu. Знаете, в духовном мире. Un garīgā pasaulē. Мы каждый день находимся в зале суда. Mēs katru dienu atrodamies šajā tiesas zālē. Совесть. Sirdsapziņa. Это наш зал суда. Tā ir mūsu tiesas zāle. Совесть. Sirdsapziņa. Обвиняет. Apsūdz mūs. Адвокат. Адвокатс. Говорит прощено. Viņš saka piedots. Я хочу вам показать о прошлом. Es gribu jums parādīt, как работает прошлое. Kā strādā pagātne. Этот человек виноват. Šis cilvēks ir vainīgs. Так, kurš cilvēks, kur ir cilvēks. Этот человек виноват, он правда виноват. Šis cilvēks, viņš patiešām ir vainīgs. Мы все с вами виноваты. Mēs visi esam vainīgi. Правда? Vai ne? Мы все заслужили наказание. Mēs visi esam pelnījuši sodu. Мы все должны сесть в тюрьму Божию. Mums visiem jāsēž Dieva cietumā. И судья, Бог. Un tiesnesis Dievs. Понимаешь, что нужно наказать? Viņš saprot, ka ir, kāds sots ir jāuzliek. Обязательно нужно наказать. Ir obligāti jāuzliek. Потому что судья справедливый. Jo tiesnes, viņi ir taisnīgi. Судья должен всех наказать виновных. Un tiesnesim viņam ir visiem jāiedod kaut kāds lēmums. И прокурор. Un prokurors. Да, невиновный. Jā, vainīgs. Да, наказать. Jā, sodīt. Да, всех в ад. Jā, visus всех в тюрьму. Visus cietumā. Виновный. Vainīgi. Грешники. Грецинеки. Все лишились славы Божьей. Visi, neviens nav pelnījis Dieva godības slavu. Visi advokāt. Un ir advokāt. Ходатай. Kurš iestājās. Прокурор, да, дьявол, там написано, да? Tur rakstīts. Есть адвокат. Он и адвокат. Который говорит. Курш сака. Да, они виновны. Я не вайник. Они виновны. Я вини ир вайник. Но я за них заплатил. Bet es par viņiem samaksāju. И что свидетельствует? Un kas par to liecina? Кровь Иисуса Христа. Jēzus Kristus asins. Кровь адвоката. Адвоката asins. Который вместо себя. Курш, ну, так, сава вета. Встань, пожалуйста, пецалась. Паула нас. Пишни тоже апсетес, я. Паула нас шейт. Vienkārši sēdies, jā, atpakaļā. Isus siel Jēzus apsēdās na miesta, kde mē byli vienovni. Tā vietā, kur bija šis vainīgais. A Isus уже bez grīhā. Bet Jēzus, viņš ir bez grēka. I tagdā tā, sudjā tiesnesis smotrit na Isusa. Skatās uz Jēzu.
И нечего сказать. Un nav vairs ko teikt. Потому что Иисус ничего не сделал. Jo Jēzus neko nav izdarījis. Jēzus nesadarīja grēka. Jēzus nav darījis nevienu grēku. Но дьявол. Bet vēlns. Все время напоминает нам наше прошлое. Vēlns visu laiku atgādina mums mūsu pagātni. Ты помнишь, как ты вчера согрешил? Atceries, ka tu vakar sagrēkoji. Ты помнишь, как ты вчера поднял голос на жену или на мужа? Atceries, ka tu vakar tur uz sakliedz uz vīru vai sievu? Ты помнишь, как ты с кем-то поругался? Vai tu atceries, ka tur kāds sastrīdējies? Дьявол постоянно напоминает нам прошлое. Нам постоянно напоминает. А ты помнишь, как в детстве тебе было тяжело? Дьявол постоянно нам напоминает прошлое. И судья. Смотря на Иисуса. Скатоties uz Jēzu. А Иисус смотря на судью. Bet Jēzus skatās uz tiesnesi. Это отец. Tēvs. Это Иисус, сын. Un tas ir dēls Jēzus. И сын говорит. Un dēls saka. Я заплатил. Es samaksāju. За прошлое. Par pagātni. Заплачено. Ir samaksāts. Церковь за вчера Traudze. Заплачено. Par vakardienu за позавчера заплачено. Par aizvakardienu ir samaksāts. И тогда Иисус говорит, отец. Un tad Jēzus saka, tēvs. У них нету плохого прошлого. Viņam nav vairs šīs tā sliktās pagātnes. Церковь, у нас нету плохого прошлого. Draudze, mums nav vairs šīs sliktās pagātnes. Но душа нам постоянно это напоминает. Bet dvēsele mums to visu laiku atgādina. Боль постоянно нам это напоминает. Sāpes mums visu laiku atgādina. Поэтому Библия говорит. Un tāpēc Bībele saka. Обновляйтесь духом ума. Atjaunojieties savā prātā. Обновляйте свой разум. Atjaunojiet savu prātu. Посредством Слова Божьего. Так, attiecīgi Dieva vārdam atbilstoši. Когда мы обновляем свой разум. Kad mēs atjaunojam savu prātu. Я становлюсь духовно здоровым. Tad es kļūstu garīgi vesels. И я говорю тогда. Un tad es saku. Иисус за меня заплатил, церковь. Un tad es saku, Jēzus par mani ir samaksājis. Прошлого больше нету плохого. Pagātnē vairs nav nekā slikta. Да, меня предали. Okay, jā, mani nodeva. Да, меня оставили. Jā, mani atstāja. Но Иисус заплатил. Bet Jēzus samaksāja. Чтобы мое настоящее и мое будущее lai mana šodien un nākotn, rītien, было благословенным. Lai tā būtu svētīta. И отец, un tēvs, смотря на Элизу, skatoties uz Элизу, говорит невиновна. Saka, nevainīga. И дьявол опять проигрывает. Un vēlns atkal zaudē. Но когда мы bet tad, kad mēs, на наших чувствах, на наших эмоциях, kad mēs esam emocionāli un pēc mūsu jūtām un emocijām, я недостоин. Es neesmu cienīgs. Я плохой. Es esmu slikts. Я такой. Es tur esmu ну, tāds. Я вот такой. Vēl es esmu šitāds. Дьявол такой. Vēlns uzreiz. Еще один душевный христианин, аллилуйя. Еще одного взяли. Когда мы обновляемся умом. Tad, kad mēs atjaunojamies savā prātā. И понимаем, что прошлого не вернуть. Un mēs saprotam, ka pagātni nevar vairs atgriezt. Иисус вступает в дело. Tad Jēzus viņš nāk un iesaistās šajā procesā. И он благословляет нас сегодня. Un viņš svētī mūs šodien. Не вчера. Nevis vakar. Вчерашние благословения прошли. Vakardienas svētība ir pagājusi. Нам нужно сегодня благословение. Mums vajag šodien Нам нужно сегодня здоровье. Mums šodien vajag veselību. Аминь или не аминь? Amen. Спасибо, ребята.